Здрасте. Пойдемте в самый низ рынка. Расскажем, что продают. Коты. Котик. Да. Ну, день шахтера, день города. Последнее воскресенье августа. Здравствуйте. Мне бы сало хорошего с прорезью. Кусочка 3 хороших. Пожалуйста, половину скушайте. Привет, с вами Виконста. Сегодня мы отправляемся на рынок Соловки. Сейчас я уже добрался сюда. Вот вам и выходной день. Машин забито. Вот где ставить? Крутятся, вертятся. Но этот рынок популярный, поэтому аншлаг здесь суббота, воскресенье, ну в основном суббота. Пройдемся, покажем вам цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу. Все, что буду видеть, то и вы будете видеть только через экран, а я своими глазами. Рынок здесь большой. Тут продают как овощи, так и можно купить даже домашних животных внизу в рынке. Рыболовные товары, сетки большие. Вот такая вот сетка, 530 рублей. Колбасы. Но мы зацикливаться сильно не будем на одних товарах. Тут также есть и зоомагазины, рыбки различные. Ну и корм для них. Это вам еще будет одно место на заметку. Рыбки. Разные статуэтки. Попугаи, хомячки. Пернатые. Попугаи. Дай смотрю. Спасибо. В общем, все, что хотите. И вот такие вот птички. Я не знаю, может, кто в комментариях подскажет, как они правильно называются. Различная живность. Хомячки. Ну, приблизительно вы поняли, что здесь продается. Идемте дальше. Корм для домашних животных. Внизу там и ячмень, кукурузу, пшеницу можно купить, мед. Ну, все, что хотите. Абсолютно. Все, что хотите. Свинина. Здрасте. Различные. Очередь. В очереди долго не будем стоять. Да, конечно, людей, я бы сказал, многовато. Ну ладно. Сейчас более детально покажем вам все остальное. Пойдемте в самый низ рынка. Там я вам покажу, что продаю. Здрасте. Ну, помидоры 30, лук по 20, картошка 20-23. Я хочу чуть ниже пройтись.
там рынок животных показать вам. И, конечно, зайдем на мясо. Более детально расскажем, что продают. Рынки всем нравятся, всем интересно гулять, ходить. Кабачки по 15. Лук 20. Бананы по 50. Ну, разные цены. Овощи, я думаю, вы уже все увидели. Овощи — это сезонно определяется цена. Весной одна, летом другая. И еще зависит от урожая. Где дома Ника? Коты. Котик. Да. Я на видео снимаю, не фотографирую. Петухи, щенки-лайки западно-сибирской. Цыплята декоративных кур. Видео для кого? Для всех. А Серега не говорил, чтобы его снимали. Давайте что-то расскажете, может, по продаже. А сразу уходят, да? Ну, российские, а по... кролики редкие. А по ценам подскажете? У нас выставка есть красивая. Выставка, да? На площади Ленина. У нас там и крокодильчики, и рыбки. А, ну, не в курсе, ящерицы, когда она там происходит, поэтому... Собираемся открываться на День города. Ага. Ну, День шахтера, День города. Последнее воскресенье августа. Я понял. Спасибо за приглашение, буду знать. А оценить у него дальше колхоз Ленина за Красногорск. Утята, курочки, кролики, большие, маленькие. Кушают. Да, жизнь, конечно, у животных не позавидуешь. Клетки все. Там вообще малыши. 45 дней. Этот спит. О, кому интересна эта вся тема, то можете на выходных в субботу приезжать и смотреть, что здесь продается. Хотите заниматься домашним хозяйством? Милости просим на рынок. И дело в том, что здесь на стоянке машин полно, все занято. Вот вам и народа. С понедельника по пятницу на рынках немного людно, поэтому суббота, воскресенье здесь максимальная загруженность по товарам, ну и, соответственно, по количеству людей. Рынок большой, гулять можно и гулять. Ну, вы любите больше смотреть синенькие по 40, 35, перец по 65. Сейчас зайдем еще на тот ряд.
прогуляться здесь еще. Автозапчасти, ремни, колеса. Даже вот такие самодельные мангалы. Бур. Бутыли. Выходим теперь на основной. Это как дополнительный идет. Цветы. Мы с той стороны зашли, справа, а слева вышли. Так, ну тут, в принципе, тоже типа мини-барахолки. Продают овощи, фрукты, а также всякие различные вещи, товары, поезда. Ну, такой раритет можно найти. Все, что есть в наличии, то и люди как бы продают. Идем дальше. Сейчас зайдем в более крытый мясной павильон. Он здесь один. И купим что-то на борщ. Косточку, либо мясо. И сало возьмем. Пару-тройку кусочков. Я на рынке не часто выезжаю, поэтому когда есть время, тогда и покупаю. Вот этот вход мясной. Он такой закрытый, поэтому можно будет сюда войти. Мясо, сало. Мясо, сало. Здравствуйте. Мне бы сало хорошего с прорезью. Кусочка три хороших. Пожалуйста, половину скушайте. А чем вы смалите? Соломой, да? Пшеничный. Да, пахнет. А у вас еще яйца домашние были или уже нет? Да, по заказ, только телефон возьми, звони. А. Привет, говорю. Привет, Маша. Ты сейчас 187. По 280, да? И еще мне надо что-то на борщ. Сейчас, да. Есть у вас? Так, еще. Солома пшеница. Я чем больше лежит пшеница, тем лучше. Ага. Потом туалет, блядь. Ну, недолго. Туда уже, блядь. Целый час, блядь. Стоять будет из-за боли, блядь. Вот такое пойдет? Да давайте. А оно в какую цену? По 270. Ну, давай. $1,562. $1,500. Не брал. Потому что белый. Потому что белый сам не делал. Сейчас 10, 65. Там я 15 рублей дал. Да? Да. Угу, спасибо. Спасибо. Здесь еще сало. Есть сало с мясом, есть без мяса. Оно в районе
180-170 рублей. А с мясом, если прослойка хорошая, то цена достигает до 280, ну, где поменьше, там 250-260. Прикупить, засолить, в морозилку положить и потом можно кушать сборщиком, либо яичницу пожарить на сале. Я люблю, кстати. Дыня, лук. Ну, персики с нектарином по 120 рублей. Сейчас уже сезон, поэтому, я не знаю, цены, скорее всего, что вниз уже падать не будут. С каждым годом все растет. Только качество товара не увеличивается. Бычки, утасу. Тюлька по 35 рублей, бычки 130-120. Селедка по 120, карась мороженый по 100. Хэк 200 и сом по 170. Рыба. Творог. Кстати, творог по 200. Это по 250 жирный, да? Угу. А молоко в какую цену у вас 3 литра? Ага, спасибо. Молоко трехлитровое 150. Можно даже будет еще ребер взять, запечь, если есть возможность. Да, здрасте. Ребер можно. Да, ну недельки через две. Не сразу получается выпускать. Да. Сейчас надо будет. Нравится, да? Ну, а можно мне два вот таких кусочка ребрышка? Ага. Давай. Два. Они вкусные? Конечно. Да. Ага. А в какую цену такое сало? 150. 150. А если с мясом прослойка? 250. Угу. А булдышки почем? 130. Спасибо большое. Спасибо. Так, еще взяли ребер. Ну и в принципе на этом все. Миссию свою я выполнил. Помидоры, огурцы есть у меня дома. Мед. Мед. А подскажите, трехлитровый мед сколько стоит? Полторы, да? Спасибо. Полторы трехлитровый мед. Здесь также есть магазин рыболовных товаров. Ну, там удочки, спиннинги. Ради прикола можно зайти, глянуть. Прикормки. Всякие разные. Клёв. Поплавки, куки. Там, если вы разбираетесь, то, конечно, можно заходить и брать. Так, ну, в принципе, основные цены на продукты мы узнали.
практически полностью по всему рынку мы прошлись. Единственное, что может арбуза взять, большого какого-то арбуза. Здравствуйте, а подскажите арбуз какую цену? 20. 20? А можно какой-то один, спелый, хороший, сочный? Большой или поменьше? Да давайте какой получится. Вы как больше разбираетесь в арбузах, как определить, он спелый? Это вчера мы резали, отлично, хороший. Вчера резали, да? 164. Так, 500, давайте я сейчас 15 вам дам еще, чтобы под расчет. А то там по жопке определяют, по еще по каким-то признакам. Я не знаю как, а я вчера вот приехала машина сразу, ну 2-3 штука порезала. Ага. Отличное состояние. Я понял. Так, угу. Так, а закиньте еще. Угу. Все, спасибо. Так, и купили арбуз. Сумки, кстати, такие интересные. Они выдерживают по техническим характеристикам до 30 килограмм. А так, конечно, арбузы тяжеленные. Яйца здесь на витрине. Так, для образца стоят 60 и 68 в зависимости от размера. Кому интересно, здесь ходит трамвай. Поэтому на общественном транспорте можно будет добраться. Сегодня мы побывали на рынке Соловки. Показал я вам актуальные цены на сегодняшний день. Ну, если вам понравился этот видеоролик, ставим палец вверх. Пишите обязательно комментарии внизу под этим видео. Ну а с вами был Виконста. Пока!